Друзья, всем привет! Сегодня ко мне приехала девушка, вот она себе расскажет. Мы сейчас будем тренироваться. Привет, меня зовут Ирина, я сегодня приехала на тренировку к Михаилу. Да-да, и посмотрим, что у нас там получится. Если возьмете что-то себе на вооружение, пожалуйста, вы можете... Короче, тренировка сегодня вместе с ней, вместе с Ириной для вас, Михаил и Ирина. Вот это упражнение называется «Вывол». То есть оно... В большей степени даже для психологии, чтобы человек себя заглянул в себе вовнутрь и прочувствовал каждую часть своего тела и потянул ее с тем, чтобы он после двух минут вот этого вывола, поваляться, от слова «вывалить себя», он почувствовал себя полностью размятым, раскрепощенным. Во время этого упражнения человек не должен зажимать дыхание, не должен кряхтеть, а он должен на плавном вдохе, на плавном выдохе соответствующие тоже плавные движения делать в своем теле. И вот, пожалуйста, в Ирине очень хорошо получается. А руки подаешь вперед, чтобы круглая спина была. И вот так прокатиться. Да. Я поворачиваю сюда, руку подтягиваю вот это сюда, а рукой, вот этой верхней рукой, тянусь в бесконечность вот туда. Смотри, покажи. Вот туда. Вот сейчас сделай несколько раз вот это движение. И так сразу. Давай. Пошла. Опа, Ирин, привет. Вот так уже. Вот, видишь, я тебе специально руку для тебя, вот и получилось. Молодец, вот ты так упал, и раз так встал. Понятно? То есть это для этого. И сегодня я тебе предложу несколько удушений. Как можно справиться с человеком, который сильнее тебя, но если он не умеет бороться, а ты умеешь бороться, ты знаешь эти элементы, у тебя может большой шанс, что ты можешь выйти победителем. Все я делаю, я вот утопил плечики вперед и свою подмышку положил себе на... плечо, тебе на плечо. И потом у меня рука вот так вот сгибается, и мой локоть – это продолжение того подбородка. Вот так. И ты еще ничего не чувствуешь. Потом я вот этой рукой, без пальцев, без вот этого пальца беру себе за руку, вот так, да. Вот этой рукой заправляю тебе за затылок. И потом, помнишь, я вот эту ямку говорил, да? Да. Я ее подаю вот туда вверх-вперед. И получается примерно вот, вот эта штучка. Поняла, да? Поняла? Да. Есть такая штука, называется многозадачность. Вот здесь она особенно важна. Научиться ее. То есть ты должна контролировать о том, то, что ты дышишь, и то, что ты сделаешь все грамотно, правильно. Давай, на эту руку, на эту руку, на эту руку, на эту руку. Ну так раз 4-5. Давай. Поехали, спокойно, сзади. Начинаем все это сначала. Сейчас не закупаться. Так. Давай. Отлично. На эту руку. Стоп, палец. Да. Потому что, знаешь, чтобы глубже туда забрать. Да. И теперь давай. Офигенно. Давай. Делай. Еще. Потому что медленно рождает быстро. Хорошо? Да. Пролетело. Головой придавливаешь мою руку туда. Взяла свою руку без пальца, закрыла как щеколду, и положила на нее, и сдавила. Подожди, голова тоже участвует. На все в одну точку, давай. И теперь смотри, вот такая ситуация. Наоборот, ты меня к себе не пускаешь, я такой лезу к себе не пускаешь. Я подбил руку, сюда раз, голову подними, вот сюда руку засунул, и я здесь себя закрою. Еще и нога не поджал, чтобы ты никогда не делаешь. Поняла? Так, фишка, все, смотри. Я тебя к себе не пускаю. Ты подбиваешь мою руку. Я подбиваю твою руку. Головой. Стой, застынь. Да. Смотри. Не должно быть, чтобы твоя рука была между моим локтем и твоей головой. Ты подбила, и теперь все делает твоя голова. Маленькая рука. Вот. Туда засунула, взяла свою руку. Положила мне на это и задушила. Все, поняла. Не дышишь? Да, не дышу. Иди еще позлее. Если твоя рамки в гарты отпусти, то есть я ногами к себе не пускаю. Видишь, я тебя вот то подтяну, то отдавлю. Понимаешь? Березка! Иди близ, ногами, поближе, подвинь, подгарки. Во. Удобно? Да. Видишь, смотри, я тебя в гарды верну.
пока ты находишься в состоянии гарда, ты мне особо ничего не делаешь. Я тебя буду не пустую отпрятаться, ногами тебя контролируют. Понимаешь, да? Ты начинаешь вот здесь душить. Да, я снизу раз куда брал. Помнишь, как мама это делала? Ага. Смотри, что я делаю. Я вот здесь себя сдавливаю. Ага. Вот так ножки делаю. А как ты делаешь? Я ноги вот так туда вытягиваю. Я умею. Да. И вот здесь себе все перекрыло. Ага. Напомнила? Если ты мне будешь ногами опираться вот так, я твои ноги подвину, вот так, я тебе сам пролезу. Подвину. Затяну. Хорошо. Теперь от тебя требуется нижняя акробатика. Угу. Вот ты меня вот так вот душишь. Угу. Значит, пробрался к тебе, взял. Угу. Поскольку у тебя вот эта рука там, ты не можешь рукой там упираться. Вот это можешь там, а вот это в пол не можешь. Угу. Смотри, я раскрываю себе ноги для того, чтобы построить опору. Угу. Смотри. И вот этой ногой еще я туда буду тебя толкать. Вот смотри, вот так. Угу. Я тебя толкаю, чтобы тебя перевернуть. Дальше на тебя не забираюсь, вот эту связку держу и переползаю вот сюда, вот, чтобы ты до меня не дотянулась. Uh-huh. В этой позиции я прям весом на тебя налегаю, и есть такое слово «верочка», слышала? Uh-huh. Это уверенность. Uh-huh. Контроль в голову, понимаешь, для верочки. Если кулаки, руки сжаты, у тебя в обрубленные руки крутят, uh-huh. Ты не устраиваешься, пальцами царапаешься, понимаешь? Uh-huh. Не надо в кулаки сжимать, это паттерн отрицательный. Ты себе мышление суживаешь, понимаешь? Не сжимай кулаки. Умри! Так, прессом подтянулась. Так, подожди. Да. Подожди, так. Да. Опора. Да. Хорошо, хорошо. О, сейчас особенно хорошо получилось. В сторону не переплутай. Так, потом вот так вот. Держи. О, сейчас хорошо почувствовал, что я укрываю. Да? Погнали. Сбила. А, давай. И убегу внутри туда. Вот это намного легче, чем да. Вот мы сейчас попробовали элементы. Конечно, нельзя сказать, что она 100% научилась, но она уже поняла, как это делать. Вот. И когда она будет дальше продолжать заниматься, я надеюсь, что она будет, она это будет делать вот так, как орешки щелкать очень легко. Какая у тебя обратка? Ой, понимала. Это вообще настолько круто, я не знала, что такими легкими движениями можно обезвредить человека. Это очень круто. Психология, такая терапевтическая штука, у нас будет с ней драка на подушках. Значит, она должна, значит, подушку у меня избить, а я ее. Вот. Чтобы она почувствовала. Погнали. Так, еще немножко. Победа! Все, все, молодец. Все. Значит, смотрите, что у тебя получилось. Ты многие удары махала вот так по воздуху. Да. Это называется суета. Когда ты я стою, а ты передо мной вот так вот машешь, а попаданий нет. Да, лучше сделать один удар точно, чем много ударов мимо, которые тебя растрачивают. Пробились. Молодцы. Я недавно узнал, что она собирается пройти курс спецназа, и поэтому у меня для нее есть еще одно упражнение интересное. Один нож на двоих. Он не больно бьет. Значит, твоя задача схватить нож, меня этим ножом, значит, зарезать. Я тебя, а ты меня. Близко, молодец, хитрая. Посмотри, какая хитрая. Так, так. Так. Смотри, ногами устраивайся. Продолжай, продолжай. До шертом, до шертом. Так. О! Подожди. Все, молодец, молодец.
будет. Да, да. Так. Помогите. Вадим, Вадим, Вадим. Вадим. Хорошо. Надойди, бьем. Нифига, я не бью. Напачиваю. Да, да. Пальцы опять с той стороны повернулась. Да. Нельзя достать. Ах, била. Все, молодец. Дыши. Дышит. Молодец, молодец. Все, поздравляю. Все, выдумайся. Давай, нож. Я поняла, главное с ними не парочиться. Да, да. Фух, нереально круто. Это все настоящее жизненное. Да. Теперь я чувствую, что я буду скоро в полной безопасности. Ну да. Да. Спасибо тебе огромное. То, что делаешь, это просто нереально классно. Спасибо. Да. Покажи. Голова двигается к руке, это одна скорость. Угу. Рука двигается к голове, это вторая скорость. Угу. И мы две скорости одновременно спрятались. О! У тебя будет, допустим, какая-то винтовка или карабинчик или автомат. И там они будут говорят, плотно прилегать к этому. Если расстояние будет, ты сломаешь себе ключицу. Понимаешь? Здесь то же самое, плотно. Да, чтобы да. Не было вот этого. Да, понимаешь? Да, да, плотно приложу. Хорошо? Мы не рукой моем голову. А головой мы моем себя руку. Ты сюда. Ага, попалась. Ты сюда спряталась. Ага. Ты сюда спряталась. О, поняла? Делаешь? Угу. Резко не надо, спокойно. Ты посмотрел на меня. Угу. Ты спряталась, посмотрел. Угу. Ты посмотрел. Угу. Раз, два, три. Два примера. Боковые. Ту же самую комбинацию сейчас. Два прямых. Умничка. Умничка. Фух, раз. Спасибо. Страшно, да? 27. 28, 29, 30. Раз, два, три. Не суетись, 4. 5, держи энергию. 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5. Дышим, дышим, дышим. 6, 7, 8, 9. Не опускай руки. Не опускай. Ну, выше, выше. Еще раз. Вот так, выше. Поняла. Я тебе просто даю возможность просто меня отфигачить. Угу. Хорошо? Боковые линии. Вот так, молодец. Хорошо. 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 Подбородок не запусти. Дыши в пол. Погнали. Хорошо. Молодец. Смотри, у тебя открытый дыхание. Хорошо. Хорошо. Да. Хорошо. Молодец. Дыши в пол. Хорошо, как все? Хорошо, молодец. Молодец. Вот кто такой, видишь? Да, 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 да. Хорошо. Хорошо. Молодец, мамочка, молодец. Дыши в пол. Дыши шире. Молодец. Хорошо. Все, дыши, дыши. Устал. Дыши, дыши. Фу. Дыши. Класс. Дыши. Итак, у нас закончилась тренировка. Девушка довольная, расслабленная, кайфует. Она прочухала, в чем вся фишка. Все для нее безопасно. Поняла, что навыки уже кое-какие она приобрела. И это здорово, это здорово. Поэтому вот так вот. Ко мне приходят люди на персональные занятия, и все до одного кайфуют. Все до одного получают положительные эмоции. И самое главное, мне еще это будет обратка дальше. Ну, не обратка, я имею в виду
продолжение, так, инерция. На несколько дней она это еще все будет у нее, в ее теле, в ее сознании дальше быть. Я очень рад, молодец. Когда тебе страшно, что тебя бьют, да. А тебе приходится пользоваться инструментарием четким, надежным. Понимаешь, что? Да, да. И вот это, да. И вот это все переходит на жизненные процессы. Когда тебе страшно, когда тебе ты где-то переживаешь, но ты когда четко знаешь, понимаешь модель своего поведения, свой инструментарий, ты все это четко действуешь, все четко, и у тебя все получается уверенность. Вот здесь ты уверенность приобретаешь, видишь? Потому что, смотри, сколько у тебя сейчас было таких тенденций, чтобы бояться. Я тебе предложил бороться на ножах, на ножи. Другая бы сказала, да нахрен надо, я боюсь, я очкую, понимаешь? Потом предложил подраться на подушках, понимаешь? Опять же другая бы сказала, нафиг надо, понимаешь? А ты взяла и сделала. Пусть как получилось, так и получилось, но зато прочувствовала, поняла. Через какое время ты стала уставать, да? Какие суетные движения ты делал? То есть тебе все это урок, все это тебе дает возможность. Потом мы с тобой поизучали удары. Удары я тебе уже бил некоторые плотно вообще, как мужику, да, понимаешь? Да, и при этом я не проверил, как у меня защита была. Защита надежная была, да. Защита была надежная. И мало того, что ты еще попробовала побить меня, понимаешь, какая штука? Не важно, что попадал или не попадал, не важно. Главное, ты заставила себя это делать. Понимаешь, вот это и есть преодоление страхов, преодоление вот этих вот, вот это все очень терапевтичная штука. Угу. Даже падать сегодня немножко получилось. Сначала было очень мне страшно, да. А потом деваться некуда, и ты все равно это стало. И ни разу ты попу не забила кость. Ты туда встроился и обкатился. Офигенный вариант. Ты умничка. Спасибо. Я рад за тебя. Спасибо тебе большое.